Ребят, всем привет! Вы на канале ГАЗ. Ну что ж, в самом разгаре наш медийный турнир по Counter-Strike. Второй полуфинальный матч, где ваша любимая ФК Банка будет соперничать со сборной медиафутбольной лиги. Соперник серьезный. Уверен, что многие из вас с нетерпением ждали этот ролик. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, за кого вы будете болеть в этой игре. А мы начинаем. Привет, у меня никнейм Импера, вы вроде бы должны знать, кто я такой, но на всякий пожарный у меня 2600, я очень мало играю в КС, играл когда-то. Всем привет, меня зовут Степа Фанки, а.к.а. Степан Михович, я профессиональный киберспортсмен. Подтвердил! Подтвердил. Всем привет, меня зовут Скоропуп Илья, я игрок команды Тудрот, Скоропуп, скоро как только меня не называют. Меня зовут Ренат Овсиченко, и я капитан этой команды, по своему уже мнению. Меня зовут Зузу, кто меня не знает, я брат Титаныча. С самого основания в Титании приехал сюда с Имперой забрать призовой фонд. Планирую просто насладиться, вспомню былые времена, как пацаном 15-летним после каждой тренировки бахал кайф. Я как будто всю жизнь к этому готовился, потому что я играю уже в Counter-Strike очень долго, но у меня никогда не было такого опыта, чтобы поиграть вот так на лане, знаешь, кайфануть, прочувствовать эти эмоции. И я понимаю, что еще игра не началась, а у меня такой легкий мандраж на самом деле есть, как будто я, знаешь, выхожу в какую-то важную игру в футболе играть. Я уже заранее купил себе кроссовочки, заранее с вымышленного призового фонда. Ну, я думаю, мы заберем турнир. Хотелось бы после турнира, чтобы все резко вспомнили, что в медиафутболе есть только один кейсер, который умеет играть в эту игру. Про Банку, насколько я знаю, то, что там только два играющих человека, с которыми можно попотеть, это Форза, Импера, как его еще... Клинов, овердрайв. Овердрайв, вот. Ну, овердрайв, что, скуф обыкновенный. Команда крыс, команда ноунеймов, ничего медийного у них нет, ни составляющих в плане игры. Честно, но я думаю, я буду самый токсичный игрок на карте. После каждого килла я буду отправлять скобочку, писать, как дела. Килла моих тиммейтов, я не буду давать килла. Абсолютно неинтересно, кто там играет, просто Forza Overdrive, ладно. Но на самом деле, чего выпендриваться, нормальные ребята, все знакомы с CS. Просто тут прикол в том, что я умею играть с типами, которые играют хуже или лучше. То есть я лояльно отношусь ко всем, что у меня там по правой руку будет Фанки сидеть, да, и для меня это ок. Как другие с этим справляются, когда допускаются какие-то супер-пупер тупые ошибки, вы сами прекрасно знаете, кто-то начинает мошниться, теряться, а я наоборот в комфорте, мне дропнуть авик, я все делаю. Ну я знаю, что там Forza хорошо играет у них, но и у нас, я считаю, что очень крутая команда. Чего стоит один Фанки? Вы знаете такого игрока? Ребята не знают, но у меня опыт игры достаточно большой. Начал в Академии Маус, известная всем организация, я думаю. Потом перешел к Спиритам, и вместе с Даней Донком 2 года назад буквально играли вместе в Академии. И нас называли 2 самыми перспективными игроками вообще в КС. Не только в России, но и на мировой сцене. Вот. Потом случился конфликт, я играл Фасик. Дима Шира попался против меня, чуть гадости написал ему. К сожалению, после этого моя киберспортивная карьера закончилась. Я ушел в ФИФУ, потом ушел в футбол, и с футбола ушел просто. На самом деле, перед тем, как сюда приехать, я думал, что все будет намного проще, но посмотрел, как некоторые ребята просто раскликиваются, просто пытаются попадать в крестик, у них это очень неплохо получается, поэтому чувствую, будет сложно, потому что я сам уже лично вообще забыл, как это, что это, и будем стараться. Артемий, Форзаризор, он же Форзяр, он же Форза, он же Форзаризор, он же Форс, он же F-Gang, щит, йоу, жопа. Клинов ФФ. Блата Виктор Михайлович. Алексей Овердрайв, АК Аркадий Мясницкий. Алексей Гасилин, он же Газгольдер, организатор турнира, поэтому мы сегодня не выиграем. Не знаю, хочу хорошо провести время и набить килов больше, чем Фанки. Блин, да кайф и победа, и прикольно, что еще Налан нас Газ всех собрал, это реально совсем другая атмосфера. Очень хочется, чтобы наша комьюнити медиафутбольная играла не только футбол, хоккей, но и вот частичка киберспорта. Я уверен, что многим болельщикам эта дисциплина нравится. Ну, естественно, только победы. Мы, блин, что, просто так, что ли, овера дернули из дома? Он из дома-то выходит ради 2 поводов, блядь. Это Counter-Strike и тренировка в КБанке. Не знаю, посмотреть на сброд ботов. Ну, слушай, достойная банда у них собралась. Прям интересная кулька сейчас будет, я думаю. Непонятно, у кого сильнее, у кого слабее состав. Блин, соперник уверенный, особенно вот Фанки готов выделить. Вообще, блин, 4-й левел фейстал сидит и вообще не понимает, что происходит. Не, все остальные вообще плотные, реально. Я прям уверен, я прям видел, как сейчас...
все в консоль выписывали, все ДМ разминаются. Выглядит очень страшно. Соперники жесткие, конечно. Вот команда, которая вот мошнила, до конца непонятно, какая была. Ренат там ворвался, была должна быть другая команда. Говорит, я соберу стак, все нормально, будем играть. Титаныч у них есть. Чтобы вы понимали, там скины всего мира. Сегодня будет соревнование двух мажоров, меня и Титаныча. Будем смотреть, у кого сетики поинтересней. У меня инвентарь 1800, вот, но... Сейчас на один гунгнир просто меня покрывает. Да. Я думаю, что он может и в кабанку содержать на эти скины года 4. Честно, ни с кем из пацанов не играл. Очень интересно. Меня там расхваливали Рената Васиченко. Вот. Надеюсь, что он меня слышит. Ренат, я очень жду тебя на карте. Импера, конечно, мастодонт, сильнейший, скорый. Да у них топовая команда, но мы дадим бой. Про Имперу? Это кто? Первый раз слышу. Просто верю, что батя Газгольдер, батя Овердрайв и Фарзиар закорит нам катку. Ну и Витя Блатов, конечно. Всех вспомнил. И, кстати, я вас призываю подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии. Там есть все новости обо мне. Также есть акции и бонусы для вас. Подпишись, я уверен, что это поможет развитию моего канала, и тем самым мы сможем делать такие масштабные турниры гораздо чаще. Ну дальше что делать? Короче, парни, главное, блядь, без мошни, без хуйни, блядь, все будет хорошо, доверьтесь нам. Пожалуйста, не рискуйте. То есть, если вы разменялись хорошо, просто убились, не рискуйте, мы вместе забираемся. И да, скорее всего, пистолетка это будет в РБ. Что покупает Фанкси на... Сейчас фанки, сейчас на Б идешь. Вы в 3Б идете сейчас. А, да? Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Мы продолжаем шествие по медийному Counter-Strike. И у нас тут сборная медийной футбольной лиги против ФК Банки. Вот это будет очень и очень жесткая заруба. Ну что, поехали. Первая карта это Ancient. Выбор команды Банка. Поехали, пистолетка. Ренат Васиченко первый минус находит. Ну и заход на точку А. Будет очень и очень быстрым. Имперу отзонили смачком, прилетает туда глубокая флешечка. Газ уже контролит быстро на темпл. А здесь Зузу просто врывает смоки. Фанк помогает еще так же. С бублика неплохо пока получается, но 2 в 2. 2 в 2, Импера Фанк против Газгольдера и Овердрайва. Сзади идет все по фанку сенаторов. По нему вот информации пока нет. И теперь ему придется искать товарища Овердрайва. Леха боится, что из КТ может прийти товарищ. И в итоге Овердрайв. Все, есть инфа. Есть дым. Неужто Фанки будет просто так вот деф? Ой-ой-ой, Фанки. Фанки пока не дефает. Леха его прекрасно слышит. 13 секунд. 12 секунд. А эта беготня продолжается. А у Степы Фанки-то нет диффузов, дорогие. А, нет, есть диффуза, подожди. Нет диффузов. Нет диффузов. И это Леха Овердрайв. Минус 4 затащил капитанский отцовский дедовский клатч. Ну, здесь чисто на экзит будут играть сборная МФЛ. Щипцы заберут. Опа, погодите. А погодите. Ну нет, понятно, что раунд не заберут, но тем не менее, это минус 3 от команды МФЛ. Только первый вот минус Папа Блад дает, второй минус. Ну и Фарзиар тут дальше тоже допилил уже неплохо. Фарзиар здесь погибает. Все 10 игроков на сервере минус. Ничего себе, неплохо так по экономике поработала команда сборной МФЛ. Бля, брат, я тебя блочил, ты меня блочил, нахуй. Все нормально. Полетели, дорогие друзья, на третий раунд. И полноценная закупка. Импера берет снайперскую винтовку себе в 4М-ки. И первый выход на базу Б увенчался для Клинова Антона безуспешно. Неудачей, но размен имеется. А тут в спину уже пошли игрочки команды МФЛ. И пока ситуация 4 в 2. Форза и Газ остаются вдвоем. Пачка будет установлена. Форза пытается здесь прошить. Пока что безуспешно. Дымы лежат в темной. И есть минус первый от Фарзиара. Второй минус от Фарзиара. Неплохо, как тут Зузу обжегся. И в итоге Импера с Фанки вдвоем. У Фанки рифла. У Имперы снайперская винтовка. И в этом-то самая главная проблема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Импера надо было брать, мне кажется, здесь от рифлу. Первый минус от Газгольдера есть в этом раунде. Импера последние 10 секунд, и ему не хватает времени. Не хватает времени, чтобы что-либо здесь придумать. 2 в 4. Раунд забирает Газгольдера, Фарзиар. Красава, блядь!
Ебаный в ротик или на животик? Блять. 4 в 2 играем. Брат, я стоял, я в Киеве стоял, и он, блядь, меня увидел. Я даже не пушил туда. И снова экономические трудности у команды МФЛ. Есть на этот раунд фармилка от Зузу, есть диглы, 5-7, и в принципе бой дать могут ребята. Зузу, первый контакт с Гольтером, ну и вместе с Пупой неплохо, неплохо. Ребята расстелили здесь ковровую дорожку при выходе на базу А. Импера пытается на стрейфах дать еще одну голову, пока безуспешно. А вот это залетело по Алексею Бирюкову очень и очень знатно. Ну что же, 3 в 2, большинство за защиты, и вот теперь... Порза и Ленов, Антон, остаются вдвоем. И последний, и он тоже погибает. Вот тебе, пожалуйста, пистолетный раунд с арморами приносит твои первые дивиденды. Найс! Отлично, блядь! Здорово! Забираем калаши, молодец, Ман. Блядь. Чай. Похуй. Ой-ой-ой, Импера. Ну, Импера с Авиком нормально раздает Стилевского здесь. А вот овердрайв с Газгольдером, кстати, неплохо поработали. Дают два фрага. Импера продолжает с АВП здесь распикивать его жестко. Видит своего соперника, и Газгольдер забирает его. Что, откидывается молотов. Ну, Газ может, кстати, авик забрать. Он все-таки лоу хп. Ему в спину выходит Скрапуб. А Скрапуб, кстати, слышит игроков, перетягивающихся под точку Б. А вот если еще и Газ найдет перетяжку из бублика, это будет вообще прям феноменально. Да, Газ будет искать. Газ! Погибает. Папа Блад будет выходить первый на шифте. И по второму игроку информации у Скоропупы нет. Подбайтил под Блата. И в итоге посмотрите, как играет овердрайв. Он понимает прекрасно. Либо игрок ушел в закрытую 9, либо ушел в пещеру. Здесь Скоропуп будет первее на розыгрыше дать. Найс! Найс! Хорош! Хорош, Илюша. Авик в окне, Фанки, смотри. Ну, здесь, смотрите, укрепный такой неплохой стоит, да, у команды МФЛ. Выходить сюда пока что очень и очень опасно. Окей. Теперь я понимаю, что смог сейчас рассеяться. И нужно будет стоять ждать. На миду, возможно, перестрелка, это будет интересно. Но нет. Имперу. Ему мулик нажали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там Фанки-то еще и два минуса находит. Это жесть. Степан Михович. Ничего себе, Степан Михович, ты сотворил тут чудо. Найс, Фанки! Найс! Здорово, блядь, Фанки, бля, ультанул. Форза, минус по Импере. Знаю, что в Киеве есть товарищ. Отзонить его бы тоже было неплохо. Ну, пока что зонит светлую и темную. Бомба установлена. А в спине 13 Васиченко, и он сделает фраг, да, Форза его не дочекал в упоре здесь, в итоге Газгольдер, первый минус, знает, что рампа, и знает, что светлая. Давай, Газгольдер, минус 2 от него, ну что же, Газ уходит, а может попростреливать получится, и в итоге это просто деф, а может Газ еще и прострелит, Газ не туда, Алексей Гасилин, свои фраги он нашел, но это немного не в ту кассу. Хорошая контента, Биганта. Очень круто, правильно убежал туда-назад. Я в жизни так ладошку не потерял, когда я сыграл, это пиздец. Я вообще не понимаю, что за хуйня. Стоп-туриков играл, такого не было. Зузу, минус овердрайв, Зузу, минус Блад. Ну, вот так вот ребята вот вышли, напекались не очень хорошо для себя. В итоге Форзам дает второй фраг в этом раунде, но граната Имперы его также настигает. Леон первый минус имеет для себя в этом раунде. А вот Импера в светлый, погибает от Газгольдера, и последний остается Степан Михович. Что, Степа, клатч или же это 6-6? Первый минус от Степы имеется, забирает АК-47, но и Газ прекрасно понимает, где играет его оппонент. А диффузов нет. Нет, и это все-таки раунд для Алексея Гасилина и команды Банка. Найс! Красава. Нормально, пацан, нормально. НТ. Нормально, все нормально. Ну и 6-6 действительно равная первая половина. Молодцы, пацаны, только когда вы в клатч ситуации остаетесь, вы как будто нервничаете, пиздец.
и не знаете, типа, какое решение принять, и вы как будто 10 решений одновременно. Все хорошо, блядь, газ 15-7, все нормально. Ну, здесь уже на абсолютно пустой плент выходит команда МФЛ. Фанки, фанки, хорошо. Вот эта флешка хорошая, Фарзя разлетела. Видел еще одного игрока в дефолте, но здесь уже выйти в ретейк будет тяжеловато. Видел тень, видел тень, видел тень! Папа Блад! Забирает АК-47 Импера, 1 в 2 прилетает еще молотов за дефолт. Есть дефуза, Форза пикает, темная, и это Папа Блад, дорогие друзья. Да, Витя, хорош, Витя! Молодцы! Фарзяр, топ. Витя! Блять, Витя, да! Ебанутый! Витя, красавец! Быстрый выход на центр, судя по всему. Ой, мид имеется, и Форза все-таки здесь погибает. Да, оставил красным скрапупы, минус 42 хп у Панки. А вот еще попадание от Алексея Бирюкова. И вот еще. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой, Алексей Овердрайвович. Ну что же вы творите? Оставляете команду. Опа, Импера и Фанки все-таки добираются здесь до своей потенциальной цели. И что же? Алексей, жить надо. Надо жить. 30 хп у Фанки. Но ему здесь будет прожить довольно тяжеловато. Овер просто оставляет темпл. Идет за пачкой у нас товарищ Фанки. Ему в спину придет Алексей Гасильев. Вот так. 10-6. Найс! Хорош портал, я хуёво пострелял. Еще дымочек откидывается. Левна. Вот и дымок. Ну, дымок такой себе, откровенно говоря. Пенат чем-то сбивает. Зузу. На размене неплохо. Но дальше Папа Блад дорабатывает. Папа Блад, надо жить. Ой, флешка какая прилетает, а? Ой-ой-ой, Импер под темный стоял. Но в итоге два игрока темных и светлые. И погибает овердрайв. Витя Блад, ну что, очередной клатч? Или же... Ой-ой-ой-ой-ой, Витюша! Нет! Бля, 3-2. Хорошо. Пацаны, нам очень будет тяжело выходить куда-либо, если у нас не будет гранат. Нормально. А газ пошел через штаны. Искать своего соперника. Ой, Ренат очень жестко поставил по клену. Ну и в итоге Форза и газ последний. Форза погибает, и газ тоже. А, ну гоу тут. Давай, давай, фокус, мужики. Форза здесь живет. Заход на плент имеется, дорогие друзья. 3-1 сплит. Закрывающим еще также будет Ренат Васильченко. Газ готов встречать. Ну, здесь пока все изолированы в смоках. Витя Блатов прошивает Зузу. Но в итоге пачка так-то и пока не поставилась. Газ, неужто пойдет в смоки сейчас искать своего соперника? Идет, идет искать, но ошибается. Немного заблудился Газ Гольдер. И здесь можно сейвить, откровенно говоря. Nice. У них экономика плохая. Сейчас надо не рисковать, ждать их ошибку. Парни, мы уже, мы все, мы, блядь, мир гейми, нахуй, выебать их. Форза первый фраг находит, Форза второй фраг находит, а как-то на него one by one выходит, и все без гранат. Странное решение от команды МФЛ, но ладно, едем далее. АВП от Импер ищет, ищет. Соперник видит клёна, забирает его. И надеется, что кто-то еще пикнет с этого угла. Ну, Газгольдер может повторить его ошибку. Форза минус. Ой-ой-ой, Ренат Васильченко, минус 2, дорогие друзья. И у нас есть небольшие трудности у команды банка. Алексей мажет. Последний Папа Блад. Это сейф 12-10. Два мапоинта у команды МФЛ. Вот так вот. Нормально, нормально, парни. Один раунд собран. Мне инфы вообще не хватает. Что, типа, где враги? Я просто не могу, не понимаю, перетягиваться или нет. Зузу, Фанки, Илюх, вы сейчас без меня будете Б разыгрывать. Рен, ты тоже самое на миду делаешь. Смотрите, на чем раунд сейчас строите. Из-за того, что им нужно рисковать, я уверяю, вас будет поджим А. Я дам изи килл, регрупп под Б, заканчиваем опять под Б, потому что они начнут начнутся. Ренат Васильченко, минус Блад. Ну, а теперь пойдет движение в штанах. Да-да, это я про Форзу и Овердрайв. Размен имеется. А здесь уже в редруме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ренат Васильченко. Там у клёна проблемы, там у касса проблемы. Это похоже на GG. Знают, знает Ренат Васильченко, что последний игрок находится в темпле, отвернулся от флешки, Форза его за это наказал. Форза, тащи, на 1 в 3 надо.
флешка мимо. Молик, все, его просто закидали. Это ГГ, дорогие друзья, 13-10, МФЛ 1-0 в серии ведут. Хорошо. Блин, Зузу, блядь, псих. Честно говоря, я ему против газет все сдал. Слышь, батя, почему у меня руки тряслись нахуй? Мы сейчас с овером в классе остался, а вот так мы что, первую половину первой половины хуёво играли? Что вторую половину первой половины хуёво играли? Блядь, но вот этот человечек... Выдал максимум, бля, Фанки, ебать ты сильный, иди нахуй. На самом деле, нормально сыграли, типа, и за, ну, за атаку тоже могли чуть то самое лучше сыграть. Ну что, 13-10, компетитив счет, и я, блядь, сори, не наслевал, пацаны, это мы сыграли тупейших. Главная ошибка, наверное, когда люди скачали Counter-Strike. Ну, блин, если бы против меня оппоненты были бы, это можно будет рассказывать. Поскольку я против ботов крутился, то есть мне даже я опять забыл уже. Не, на самом деле шучу. Ну, волновались, турнир это всегда немножко другой Counter-Strike. Надо всегда найти то ощущение, когда ты играешь в свою игру, а не паришься, там переживаешь. Сейчас найдем, выиграем, все нормально. Расскажи, как ты против третьих левелов набил 8 килов. Да я так и знал. Да не знаю, что, просто как его. Отыгрывал роль этого саппорта за атаку, пытался типа последним заходить на сайт, там типа как-то доиграться. Вот, ну, что-то бам в ухо, там в ухо получил. А если что страшных историй? Ну, блин, так у меня, блядь, 8 фрагов против третьих левелов. Это как не грустная, блядь, история. Просто несколько там каких-то по экономике не получилось зацепиться, несколько раундов просто чуть зарешали, но ничего прям сверхъестественного. Пару раз отдавались авику, просто потому что выходили на него, потому что я тут-то смог не кидал, и за атаку выступал. И все. И обидный очень раунд. Я убил двоих в Киеве там под конец уже к этой стороны. И, ну, третьего я не особо ждал. Я слушал рампу и слушал эту аллею. Слышал, что там импер, начинаю давать про это инфу, и ко мне тип шифтом третий заходит кейв спустя тайминг определенный. А я просто вообще как бы в расфокусе, даже на прицел особо не смотрю. И отлетел. И обидно. И дальше они просто доиграли, хотя мы в большинстве были. Ну, например, даже вот такие раунды они решают. Сейчас будет лучше. Ты чё, охуел? Ты чё было, блядь? 19 на 7 в какой-то момент я хилфит открыл. Мы на 0-3 были уверены, что вы типа за разные компы сели. Типа ты за него играешь, а он за него. Я смотрю, ты на лоу-табе сидишь и такой, типа подъёб какой-то мой. И этот, блядь, я такой, короче, хилфит, минус овердрайв, минус форд. Я думаю, летим на Б, папа Блад в кейфе нахуй, блядь. Вот так, блядь, это МП, блядь, я думаю, кипись. Крики, оры. У нас еще и два коллера, которые каждый форзер говорит одно, овер говорит другое, и мы вообще не ебем, что делать. В каких кондициях, Лёха? Лёха Гасеев, блин, удивительно, какие-то кондиции. Ты вообще охуенно играл, типа. Все, реально, все очень хорошо играли. Да нет, именно, нам реально. Просто не протонуло. Получилось сыграть неплохо. Именно лично по своей игре. А так мне понравилось, как мы играли. Я, если честно, очень сильно волновался. Но достойно. Мы играем против сильных команд. Сейчас должны выиграть. Не хочу, чтобы здесь ставили, сколько раз я убил Имперу. Он реально сильный игрок, жесткий. О, мне тоже поставьте. Я тоже Имперу страшно волтузил, типа, пару раз, прям вообще. Волнение до было капец какое огромное, ей-богу. Думал, как помешать ребятам, но во время катки оно пропало. Не знаю, было очень фаново, весело играть. Надеюсь, также продолжим на следующий. Короче, я был уверен, что когда мы типа плохо начали первую половину, это все было из-за мисс траблов. Типа я посмотрел направо на монитор Фанки, овердрайв вышел, я его не смог перестрелять. У Скоропупа не работал shift, микро не работал, у Зузу. Рен, замолчи, я интервью даю, мэн, what the fuck? Бля, у нас долгий раунд, который еще надо объяснить. Это тик, блядь. Да, блядь, хорош выебывался, у нас есть раунд, который надо объяснить, блядь. Ну все, ты дал интервью. Итак, дорогие друзья, карта The Mirage. Карта под номером 2 в противостоянии Банка и МФЛ. Как же Банка попытается реабилитироваться за поражение на своем пике? Давайте смотреть. Яму убили, а здесь Леон вместе с Фанки. Ой-ой-ой, готовится выход на точку Б. И полетели. Пока что не впускают команду МФЛ. Ну и в итоге эта пачка будет установлена от Рената Лысиченко. И это... Опа, Ренат. А пачка-то стоит, кстати, у нас еще и под Фнатика, если не ошибаюсь, тебе же под шорт. 20 секунд. Диффузов. Я... Да, диффузена. Ноги Форза. Есть фраг. Ну и пачка раздеп. Ладно. Хорош, ебать. Хорош, браво, мужчина. Ну, накачнули они нас. Так, Зузу не видит пока что Гасилина.
А вот такой вот выход на коннекторы неплохо сыграно. Неплохо сыграно, Виктор Блатов, но правда Форзу все-таки здесь забирает. А вот Гаса не дочекали. И вот это может быть огромной проблемой. Гас все-таки здесь Крапупы не переиграл. Последний клен, 1 в 3. Информации у них пока нет, но этот момент примет. Хорош, калаш, калаш, дальше, калаш справа. Скидывает смачок из Крапупа, но уже понимают, да, что окно не разбито. Хотя его многие специально не разбивают, якобы создатели. Ну и в итоге, да, Скрапупы просто делают разницу на этом планете. Последний остается Артемий Forza Resort. И погибает. 5-0. Браво! У них фулл эко было. Нам похуй на люркеров, идите где бомба. Не надо вообще просто ждать и идите на люркеров. Ладно, Гоу сейчас попробуем. Овердрайв пока что без фрагов на центре. Опа, вот и фраг по Зузу. Ну, опрометчивое решение, конечно, запрыгивать на боксы. Так, на тикете Газгольдер погибает от Скрапупа. Скрапуп неплохо танцевал, не успел прочекать здесь пор, да? Это перетяжка, но вполне вероятно он слышал. Да, он слышал, он все прекрасно слышал. И на пустой плент выйдет команда МФЛ, если, конечно, Форза прям шорта не успеет прийти. Тут уже во все тяжкие пустился Скрапуп. Овердрайв мажет, кинут еще от Скрапупа. И погибает Антон Клинов. Скрапуп. Минус 5 в этом раунде. Эйс! Да! Да, блядь! Хорошо, Илюша! Ты, чтоб ты понял, я одному... Сука, он эйс дает! Я тебе помог, тварь, блядь! Я не слышал, как он упал, блядь! Надо форсить, На коврах один Форза. Если он погибает, то это прям проблема. Закидывается и молотов на яму. Из этой ямы готовы выходить. Яма полетела, Форза минус. Дефолт еще Газгольдер, и Газгольдер погибает. Ну это просто развал кабин, дорогие друзья, подчистую. Неужто еще раз 5-0, а? Ну нет, ну ладно, фраг имеется от Лёна, но это только один минус. 8-2. И прям плачевная ситуация у банки. Блять, потому что это мираж ебаный, блядь! Может пауза? Не, а какая пауза? Просто надо... Индивидуально я плохо, да, тоже играю. Нужно. Да, я тоже не убил. Один добавить, другой плохо играем. Играем. Банки. Готов первым выходить. Скрапуп готов играть в размен. Ну вот клён. Пока что живет за дефолтом. А Виктор Блатов говорит, пацаны, это фулл Б. Это фулл Б. Я в спине. Ренат минус Форза. Леон. Ой, Ренат, ну прям в соло. Виктор Блатов говорит, да-да, пацаны, я знаю, что это Б. Это 9-й для МФЛ, судя по всему. А может на нож? Виктор нож? Ой. Какой кек, а? Какой кек. Ну ладно, Авик, собрать, просто убежать. Это пизда, бля, просто игра офнулась, когда я молик кидал. Я под сик ставлю. Может, кухня выйти. Компьютер инвейжена не выдержал моего раскида. Может, вы с тобой его смог. Первую карту должны были забирать банка, но... Ну как должны были. Были, имели все шансы, мягко скажем. Погибает Форза. И Блад с Кленом вдвоем остаются. Против вторых это... 2 в 5 ретейк. Точнее, его попытка. Ренат минус. Попытка на размене. Видит еще одного соперника, но не успевает по нему даже выстрелить. 10-2. Первая половина за командой МФЛ. Давайте пистолет Кисида наши. Давай. Да, может и по нем. Хоть достойно. Сейчас будет что тип играть. А, хотя они могут, кстати, мид подпушить вообще. Краш тебя просто. Давайте смотреть. Овердрайв. Андерпасом, пока никто не вышел на его позицию. Кого? Зузу! 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 Увидел все-таки овердрайва. Три игрока в КТ. Папа Блад говорит, пацаны, кажется, это все игроки этой команды. Ой-ой-ой, ну жестко, жестко. Клен с Бладом раздали здесь. Первопоследний. Диффузов, не знаю, не наблюдал, но это 10-3. Пистолетка за командой банка, а вот и первый шажочек к камбэку есть. Хорош, 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 здорово. Бля, я не могу представить, 93 даю, блядь, не могу убить. Они форсанули сейчас.
Там уже аркада отсюда пошла. Зузу первый минус по овердрайву находит. Ой! Ренат Васиченко против Форза Резора на топ-миде. Форз проиграл пристрелку. Андер минус. Папа Блад погибает. Последний газгольдер, он тоже минус. ГГ. 13-4. Команда МФЛ выходит в гранд-финал. Первая карта вообще тяжелая была. Я даже начал нервничать, знаешь? Я знаю, что у нас сильная команда. Но слава богу, что мы вторую половину перевернули. Ну, Мираж, я знал, что мы, если мы будем проигрывать 1-0, я знал, что мы железно 2-1 точно выиграем. Первую карту базара нет, овердрайв реально неплохо играл. И Газ, он мне говорит, он вообще не играет в эту игру, но он был очень хорош, я вам так скажу. Фарзар, конечно, вроде у них не подъехал. Ну, а так, с победой, да, все в финале. В финале будет очень тяжело, потому что Амкал сильно играет, на самом деле. Но я думаю, мы сегодня заберем. В перерыве подошел Импера, дал мне какую-то котлету денег. Поэтому я на второй карте сделал все хорошо, все красиво. Не, ну если говорить глобально, то, конечно, суммарный килл-потенциал состава, ну, наша команда, он пониже той команды, и это самое главное, потому что, что бы мы там ни обсуждали, ни коллили, в конечном итоге надо нажимать на кнопку и водить мышкой. Все равно это основа. Там просто, ну, люди чуть это лучше делают, вот поэтому проиграли. Полной херню занимались сейчас вообще просто. Как-то все бежали, вообще какой-то фон постоянно. Все то же самое с первой карты, по первой карте просто больше убили, все. Вот и вся разница. Ни смока окно, ни смока стар, ни занятия мид, ничего вообще не было. То есть, типа, мы просто бегали, прыгали нахуй. На эко мидраж. Короче, мне не понравилась последняя карта. Эншит еще более-менее, но тоже просто все в целом мы играли неправильно, вот и проиграли. А соперник играл правильно. Все. Ну, не знаю, весь что сказать, суеты много какой-то. Излишнее волнение, непонятно откуда взятое. Не знаю, просто по фану могли спокойненько поиграть. Что-то даже смехуёчков не хватало, да, рофлов каких-то. Просто на каких-то серьезных щах взяли, отсосали. Меня перестреливал каждый. И первую половину я с МПшкой сыграл, наверное, раундов 9. Поэтому, может быть, если бы в начале игры попадал больше, набрали больше раундов, было бы все по-другому. А так, команд соперников, наверное, была посильнее. Индивидуально. Но мы красавцы, мы ебанутые красавчики. Клен эту карту просто возил так рылом, и, блин, им должно быть стыдно. Ну реально, им должно быть стыдно. Я хочу, чтобы они посмотрели, им было стыдно. Ну, куются ребята за бабки, но самое интересное, что бабки-то у меня. Замкал буду болеть в финале. Честно говоря, я думал, что они на Мираже окажут больше сопротивления, потому что на Эншенте так пришлось чуть попотеть, и мы только в конце вырвали победу. Но, возможно, это просто не их мейнмап, а там очень сильно, на самом деле, клен выпадал. А нам как-то очень легко удалось, и я наконец-то разыгрался только под конец Миража. Я знал, я выебывался не просто так, но на Эншенте действительно было тяжело, потому что не дефолтная карта, и было тяжело, типа, инфу давать. А так дальше, я думаю, джибелла. Главная цель моя была, не знаю, кстати, как на Дасте, но на Эншенте я точно больше клен настрелял. Это все галочка по жизни. Финал, играем с какими-то очередными ноунеймами. Лучше бы в К10 прошла более медийная, интересная команда. Там Кал, Хз, кто это, почему там играет Карат, который вроде как давно уже был выгнан. Можно было и с КС как будто его выгнать. Не знаю, странно. Остальные люди, не знаю, как они с МКАЛом связаны, они футболком играют. Я просто не знаю никого. У нас еще хорошая команда. Уверенно двигаемся, у нас есть планы, мы его придерживаемся. Интересно будет, плотно, но я думаю, победа за нами. Нельзя пикать Мираж против типа нашей команды. Я не знаю, рискнут ли Амкал типа играть какие-то недефолтные карты, потому что очевидно, что если нам будет тяжело, им будет тяжелее. То есть им легче а-ля дать нам бой на Дасте и на Мираже, но я могу сказать сразу. Типа, опять же, если не пойдет у Рената, пойдет у Зузу. Не пойдет у Зузу, пойдет у Скрапупа. Если вот у их троих не пойдет, тогда уже включится фанки, а я буду просто смотреть, как команда просто всех разных. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Мне кажется, игра была захватывающей. Фанатов банки призываю поддержать нас. Все-таки игра с ФК-10 за третье место тоже скоро выйдет на этом канале. Уверен, что ты уже подписался, поставил лайк. Хочу сказать тебе большое спасибо за просмотр и удачи, всего самого хорошего.